Республиканская сказка снова в отличниках. Актриса театра кукол Ирина Токарева удостоена звания «Народная артистка Хакасии». Актриса служит в театре больше 25 лет. За это время сыграла десятки разноплановых ролей. Сегодня она одна из ведущих актрис сказки. Коллеги по сцене хвалят. Яркая и одаренная, с удивительной работоспособностью. Кстати, Токарева прежде удостоена звания «Заслуженной артистки Хакасии Российской Федерации». Театр сказка один из ведущих не только в республике, но и в стране. Это подтверждают многочисленные награды и звания, которых удостоена практически вся актерская труппа.